Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины.